На улице так тепло, хорошо. Тополя огромные. Очень редко у нас сейчас тополя можно вот такие огромные увидеть. Их все пообрезали. Потому что у тополя структура древесины такая, что он падает. Красавцы. Скоро такая крона шикарная будет. Над этими столами могучими. Смотрите, какие они огромные. Толстенные прям. Вот моя рука. Совсем маленькая, кажется, по сравнению с толщиной. С такой. Листочки только-только-только начинают. Маленькие листочки видно. Красота. А на школьном дворе, смотрю, уже там вообще буйствует зелень у нас. Елки, смотрите, какие шикарные. Огромные елки. Вон какая тут уже зелень. А что это такое у нас растет? Просто трава или нет, интересно? Я даже не пойму. Сочная какая зелень. Красивющая. Прям вот таким кусочком растет. Клумба вся расцвела уже. Нарциссы. Сейчас вам покажу. Нет, это, наверное, что-то садили специально, потому что вот это вот с беленькими. Пчелка сидит. Она налетает, красавица. Их тут полно. Клумба расцвела. Нарциссы у нас первые распускаются. На Свограде тоже нарциссы уже расцвели. А это похоже как медуница, вот на которой пчелки. Вот она. Только у медуницы лесной простой листок, а у этой вариагатный такой в крапинку, в белую. Интересно она смотрится. Это школа, в которой я училась. Это получается задний вход. А с той стороны главный вход. На елке кормушка висит. На трудах, наверное, делали. Хорошая такая, добротненькая прям. Деревянная. На елочке. А птицы поют, как в лесу. Прогуляемся. Немножко, конечно, камера будет трясти. Солнце прям хорошо. А на солнце, наверное, вот так и не видно ничего, да? Но солнышко прям хорошее. Сегодня до 20 у нас тепла. Вон же кустарнички распускаются понемножечку. Да, конечно, где-то теплее гораздо, чем у нас. Ну, мы любим Сибирь свою. Зимой морозы, летом жарко. Все как надо.
только-только начинают распускаться все зеленушечки. А вон там гнездо. Наверное, ворона. Вороны, они такие. Где захотела, там и свела гнездо. Никто им не указ. Вон, видите, распускаются. Такие. Это яблонька, по-моему. Скоро все будет в цвету. Маленькие, молодюсенькие листочки. Вон там у нас за дорогой целый ряд елок огромных. Это школа. С этой стороны, помню, у нас химия, физика, кабинеты были. Учительская здесь же где-то. Цветы, смотрю, везде. Герани цветут шикарно на окнах. Все в березках. Береза огромная. Выше школы уже выросли намного. Я когда училась, еще эти березы были только до верха школы. Вон там сорока ходит. Скачет. Вот это мой райончик. Небольшой, но любимый. Вон носорога полетела, полетела. Ой, когда-то, помню, сидели на уроке. И с седьмого этажа бабушка выпала. Вот с этой 12-этажки. Мы все подбежали к окнам. А она просто вешала белье. И у нее, говорят, табуреточка подколупнулась там как-то. Короче, упала она с этой табуретки и прям с седьмого этажа. И в итоге ее этой простыночкой накрыли, которая за ней прилетела. Вот такое было. Жалко, конечно. Это жизнь, все бывает. Вон там кедр у нас растет. Я помню, этот кедр садили. Я, наверное, школу заканчивала. Вот он. Вот он, прямо вот. Вот это кедр. Они растут очень-очень медленно. Но зато какой красавец, ровненький, красивый. Там их несколько, а он самый высокий. Вон, смотрю, еще там один. Штуки три, наверное, их садили рядышком. Вон, елочки какие. Красивая, ровная елочка. Смотрите, прелесть. Ребятишки со школы пошли. Первая смена закончилась. А вот это рябинка. Вот прямо это рябина. Мне у нее ствол очень нравится, красиво. Он как прям медный. Золотится прям весь. Вообще очень красивое дерево. Рябина. Вон там еще кормушка, смотрю, висит. Сейчас покажу. Вон, видите, еще кормушечка. Ну, кстати, птицы много какие прилетают. Снегири, клесты, свиристель. Вон еще одна кормушка. Ну, синички, голуби и воробьи, это понятно. А тут чуть не на каждом дереве кормушки. Да, когда-то я ходила в эту школу. Вот она, молодежь, пошла. Тут у нас бассейн. Кстати, наша школа первая в Алтайском крае с бассейном.
80-м году, когда открытие школы было, приезжало 150 человек из Москвы. Капитонов тогда в правительстве, помню, был. Я училась в 4-м классе, мы сидели на уроке. И вот по этой дороге как раз все эти машины проезжали с мотоциклистами в белых касках. Девчонки увидели, что я снимаю, смеются. Хотя наверняка почти у каждого свой канал есть. Ладно, всем пока. Показала свою школу. Вот бассейн наш. Он небольшой, там всего 12,5 метров длина у него. Все, всем до свидания. Не будем надолго прощаться. До скорых встреч. Одуванчики распустились уже вовсю. Вот это наше школьное поле. Видите, какие красивые дорожки сделали, беговые. Несколько лет назад их сделали. Раньше был просто асфальт. Вот здесь у нас проходили уроки физкультуры. А зимой на лыжах ходили. Вон там вон домов еще не было. Вон там домов не было. Была просто лесополоса и поля. Мы ходили на лыжах туда, на физкультуру. Бегали здесь. А вторая четверть была у нас в бассейне всегда. Самая любимая моя пара. Да, неохота хвалиться, но в классе плавала лучше всех я, Славка Попов у нас, и Венька втроем. Вот настоящий спортсмен. Уже какой круг бежит, даже не знаю. Бегает и бегает. Потихонечку. Вон он побежал. Я вот не разглядела, может, это даже бывший тренер. У нас в школе вели секции всякие, несколько тренеров было. Помню, один тренер у нас был, коренастый такой мужичок. Так он вот здесь бегал с лета в одной футболке, в шортах, босиком. И до снега, и по снегу по первому. На него многие так смотрели, кто не знал, с такими раскрытыми глазами, большущими, и не понимали, почему мужик тут голышом бегает. Ну, не голышом, в шортах и в майке. Почти круглый год. А кто его знал, так все здоровались. Уже давно-давно его не видела, даже не знаю судьбу его дальнейшую. Дорожки классные, конечно, сделали. Сейчас еще обрастет поле все. Вот он еще кружочек бежит. Красота. Скоро все будет зеленое. Вот эти все деревья будут прям свисать над дорожкой. Красота. Рябинка уже новые росточки пускает. Сейчас посмотрим, что у нас тут нарасцветало. Хоста повылазила. Так она быстро разрастается.
такая хоста. Сиренька уже листочки распустила. Травка вовсю уже. Сейчас посмотрим, что у нас тут расцвело. Ой, там какая-то штука интересная. Смотрите. Какая красота. Галя у нас молодец. Так, интересно. Не моя ли это? Кто она? Я дарила Гале за то, что она моя. У меня терялся когда-то кабан мой. И она его нашла. Я ей подарила лилию. Она мне говорила, что это лилия. Где она? Не вижу. Она мне говорила, что эта лилия сломана, что собаки сломали. Но я вот вижу. Вот видите? Это должна быть сортовая лилия. Сколько цветов. А там по краю еще раз цветут. Лилейник. И лилии будут, и лилейники. А что-то лилейники я не вижу. Она их то ли убрала. Вот это-то не лилейник. Мне вот эти нравятся. Такие красавцы. А здесь плетущиеся будут. Вот она снова сделала. Короче, вот такой палисадничек у меня перед окном. Сиреневые вон повылазили. Красивые тоже. Красота.